Магические движения. Итак, отсчитаем скриму на счет 6, 5, 4, 3, 2, 1. Битбокс! Друзья, вам не жарко еще? Сейчас будет еще жарче. Tell me what you want. I'm not here to play it. Tell me what you need. Okay. One more time. Время! Воу! Итак, чекмейт, твой раунд начнется через 3! Битбокс! Кирюш, как всегда, классно, но опять однообразно. Make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water, make me sweat, hotter. Make me lose my breath, make me water, make me see, make me, make me lose my breath, make me water. Make me water. Make me water. Make me see. Make me. Make me water. No, no, no. No, no. Make me water. Yeah! Как первый раунд вам, друзья? Это уже четвертьфинал. Как вам? Нет. Что-то нет. Тихо, да? Конечно, тихо. Очень зажарились тихо. Уже, да? Четвертьфинал чемпионата России по футболу, хотел сказать. По битбоксу. По футбатлу. По футбоксу. Итак, кстати, есть такой потрясающий битбоксер, да. Итак, друзья, ну что, второй раунд. Скрип, ты готов? Отлично, Кирилл готов. Итак, друзья, читаем скриму на счет 3, 1. Стоп, еще раз. Да, громче. Нет, подожди, стоп. Я понимаю, еще раз. Громче все читаем. 3. Поехали! Хочу взгляд. Thank you.
братишка. Отсчитаем, чек, мы иду на счет три. Громко! Громко! Битбокс! Окей. Медок VIP. Горячо. Вообще просто жара. Итак, друзья, давайте узнаем ваше мнение. Как вам батл? Это самое главное. Но у меня вопрос, кто же победил? Давайте покажем руками. Вижу туда и вижу сюда тоже. Есть. А ничья есть? Хотите, чтобы был дополнительный раунд у них? И все такие, нет. Или да. Не готов? Ну что, обратимся к судьям. Итак, ну что, судьи, вы готовы? Осис не может принять решение, переживает, ну ладно. Леха такой. Он готов. Веселый. Итак, друзья, отчитаем судьям. На счет 3, 1. Далее проходит чекмейт. Скриму огромный респект, друзья. Скриму не было очень круто. Невероятно вообще. Очень крутой батл. Респект. Fuck that.